Одесса готовится к вечеру большого бокса. В субботу в местном дворце спорта пройдет ряд громких поединков от компании К2 Promotions. Наиболее ожидаемые бои между украинцем Александром Усиком и аргентинцем Цезаром Давидом Кренсом, а также украинцем Александром Спирко и венгром Гьюлой Вайдой. Сегодня на Одесском побережье спортсмены провели открытые тренировки. Прямую трансляцию поединков 31 мая вечером будет вести телеканал «Интер». Начало карьеры, мне очень нравится, все получается, слава богу. Я уверен, что поддержка будет сумасшедшая, как обычно, и очень хочу, чтобы так и происходило.